Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале «Кухня без фанатизма». Сегодня я приготовлю новый, очень вкусный салат, секрет вкуса которого заключается в правильной очередности слоев. Что мне понадобится для этого салата? 2 отварных морковки, 2 плавленных сырка, 250 грамм мяса отварного курицы, жареный лук. 3 луковицы я обжарила в небольшом количестве растительного масла до вот такой вот золотистости. Консервированная груша 200 грамм. 5 желтков, 5 белков и майонез. Так, первый слой из отварной морковки. Морковку натерла на крупной терке. Выкладываю в формочку или просто в тарелку можно. Половину от всего объема морковки. И разровняла по всей форме, вот вилочкой. Очень удобно это делать. И аккуратно наносим майонез по всей поверхности морковки. Теперь я потру плавленые сырки. Для того, чтобы они лучше терлись, слегка нужно их подморозить в морозилке. Сырки также отправляем в формочку. На сыр также нужно нанести немного майонеза, сеточку. На сыр отправляем консервированную грушу, мелко, аккуратно порезанную. Сыр с грушей – очень вкусное сочетание. Следующий слой – куриное мясо отварное, мелко нарезанное. Мясо тоже разравниваем куриное и слегка вот так придавливаем. Ну, слегка, сильно давить не надо. И также наносим сеточку из майонеза. Да. Следующий слой – жареный лук. Распределяем аккуратно, ровно по всей форме. На лук выкладываем желтки. Немного оставлю для украшения. Желток выравниваем и слегка придавливаем. Наносим опять сетку из майонеза. Так, теперь снова слой морковки. Морковку также выравниваем и слегка придавливаем. И опять сеточку из майонеза. Последний слой выкладываем белок. Сверху я кладу вот такую формочку для печенья. И в эту формочку выкладываю маленькой ложечкой желток яичный. Типа украшения. Да, типа для украшения. И сверху украшаю веточками петрушки и кубиками из морковки. Такое простое украшение. Красиво. Так, все, вот я сняла форму. Вот такой красивый получился. Праздничный. Очень нарядный. Мой вкусный салат из простых ингредиентов готов. Вкус этого салата зависит, как я уже говорила, из правильной очередности слоев. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и отличного настроения!